Чудеса, да и только. Немецкие пехотинцы 16 века бьются на крепостной стене 18 века в окрестностях Новоалтайска. И не ради внимания какой-нибудь прекрасной дамы, а для разминки перед предстоящим историческим праздником. В ближайшее время здесь пройдет военно-исторический фестиваль, который соберет гостей из самых разных эпох и стран. К нам приедут реконструкторы со всего Алтайского края, также из ближайших регионов. Мы здесь построим исторические лагеря с шатрами, там кухнями, спальнями, местами для отдыха и всем прочим. Покажем вам несколько показательных сражений, проведем ярмарку, ну и культурно проведем время. Массовых реконструкций битв, правда, ждать пока не стоит, но яркие поединки будут точно. Исторической реконструкцией в Барнауле занимаются сотни энтузиастов, но площадок, где они могли бы встречаться, состязаться в красоте мундиров, мастерстве фехтования, немного. А ближайшая по-настоящему организованная площадка под Новосибирском. Но в прошлом году появилась надежда, что точкой притяжения реконструкторов наконец станут окрестности Новоалтайска. Год назад здесь начали возводить полноразмерный макет Белоярской крепости 18 века. Это казачий форт, который появился одним из первых на Алтае, когда русские начали осваивать эти земли. Вот таким вот грозным оружием наши предки защищали вновь освоенную землю, свою крепость. А где стояли такие пушки? Пушки стояли, получается, на стенах крепости могли стоять. А целились как? Целились, все это делалось вручную. Вот, то есть, вот таким вот образом все это подымалось, опускалось. И бабах. И бабах. Сергей Попов – руководитель благотворительного фонда, который год назад на средства президентского гранта начал возводить крепость. Не совсем там, где она стояла изначально, но, что касается достоверности, он уверяет, за исключением деталей, так все и выглядело. В прошлом году у нас как бы получилось сделать фасадную часть, да, то есть это две башни, сторожевые, проходная башня. Основной у нас как бы объект в этом году – это дом приказчика. Мы будем реконструировать, вот, то есть такое помещение будет у нас серьезное, где будет все как, там будет русская печь, там будет как бы, то есть, создадим такую атмосферу, как раз, которая вот была в то время, то есть. Подобные крепости, конечно, могли выдержать осаду, но недолгую. Скорее, они были таким политическим заявлением или символом. Мы здесь, мы на этой земле, и с нее не уйдем. А нынешняя Белоярская крепость тоже своего рода символ, декларация, заявление о сохранении исторической памяти и о межнациональном сотрудничестве, так сказать, которым издавна славился Алтай. Вот так крепость должна будет выглядеть по завершении строительства. Если ничего не помешает, это должно случиться уже в следующем году. Кстати, строители признали, что будут рады любой помощи материалами или ручным трудом. И тогда здесь появится целый этнопарк с ремесленными мастерскими, кафе, где будут угощать едой по старинным рецептам и прочим. А ближайший фестиваль планируют провести уже 11 июля. Но если ограничения к тому моменту не будут сняты, то чуть позже, в любом случае, до конца лета. Илья Кочетков, Александр Антропов, «День с толком».